С добрым утром, светлым днем, удач сегодня всем во всем. Что делает утром физрук Палыч? Ой, пьет маленькую кружечку кофе и наслаждается жизнью. Приветствую вас, подписчики и подписчицы, красноярцы и красноярки, и просто супер хорошие люди. Ой. Но я вдруг вспоминаю, что я же физрук, и маленькая кружечка кофе меня не взбодрит. Поэтому с добрым утром, страна! Желаю всем хорошего дня. Я думаю, сейчас поеду на фильм «Легенда о Коловрате». Ну, я вам об этом расскажу. Что за фильм? Как там и почему? Рву! Просто несусь в эпицентр! 5 минут до сеанса! Легенда о Коловрате! Главное не попасть сейчас в аварию! Мне кажется, про татаро-монгольское иго офигенный фильм! Там даже мои родственники были, по любасу. Сейчас прикинь, приеду, а там билетов не будет. Ну придется на полу сидеть, что сделаешь? Фильм-то крутой. Я на полу сидеть не буду. Куда ты денешься? Фильм. Кинотеатр «Эпицентр», и мы здесь. Успели на кино «Легенда о Коловрате». На билетах написано 12+, я так боялся, что меня не пустят. Но я прорвался. И бонусы для абонентов. Мультисервисный оператор «Телекома». Лучшее для тебя. Телефон для подключения 206-11-11. После таких фильмов «Легенда о Коловрате» не обидно за Русь, за русских богатырей. Вот были, а сейчас... Но есть еще богатыри и у нас. Советую всем к просмотру фильм. Впечатляет. Хорошего дня всем! Скоро зима. 249 рублей. Советую, покупайте, не замерзните. Вот что надо в холодную зимнюю сибирскую действительность. Валенки. Наблюдение. Если у вас дома нет пакетиков, можно сделать вот так. Мне кажется, можно потихонечку вывести. Но лучше не рисковать. Так хочется такой кусочек съесть. Сладенького охота. Но.
идет снежок после ряда. Какого ряда? Идет снежок после похода в магазин и после просмотра офигенного кино «Легенда о Коловрате». Вам настоятельно всем советую. Я решил побегать. Ссылку на тренировки смотрите вверху в описании к тренировке. Я побежал маленечко, а потом меня ждет сауна. Пока лючая, как принёсся порог, всюду иди, и стоит, как порог синий-синий. У меня происходит тренировка на стадионе на Вавилово. Я бегу, а здесь какие-то праздничные веселья. Прикольно. И тренироваться прикольно, и весело. После хорошей пробежки и наглотавшись вдоволь хороших белых снежинок, я приступаю к растяжке. Но хочу подождать, посмотреть не менее зрелищное шоу. Футбол в валенках на снегу. Думаю, это будет круто. Я очень люблю футбол, но зимний футбол — это нечто еще особенное, если в него принимают участие девушки. Борются наравне с мужчинами. Это круто, поверьте мне. Жалко, что я уже не ребенок и не могу принять участие в этом соревновании. Только в душе, но я просился, меня не берут. Говорят, но пошел в жопу. Сказали, ты длинный, а длинным нельзя, можно сломать ноги. У чувака сидел валенок, лучше в бутсах играл. Может, не заметили бы. А, не чувака, у девушки, у красивой девушки. Теперь мы перенеслись к не менее прикольному виду спорта – хоккей с мячом. Кто в валенках, кто в кроссовках, но это весело и увлекательно. Очень тепло, очень прикольно, очень весело. Занимайтесь спортом, смотрите мой канал, веселитесь вместе со мной. До встречи. Прикольное объявление. Опасность крыши. Попробуй догадайся.
Может, маньяк прыгнет оттуда. Неизвестно. Может, что скинут, тоже неизвестно. Может, а может, действительно, сосулька для таких тупых, как я. Но надо верить этим объявлениям. Мало ли что. Боня, фу-фу-фу. Ну-ка, быстро отойди от людей. Бесстыжая. Ой, бесстыжая. Вот такой у меня черный монстр. Кидается на людей. Писает, где попало. И домой не торопится. Ну, правильно, тепло, потому что офигенно, офигенно на улице. А вот встреча белого и черного, иди сюда. Ай, бесстыжие. Все, нагулялась домой. Впереди нас ждет год черного серующего терьера. С новым наступающим годом. А кто закапывать будет? Ну-ка, закапывай. Ай, бесстыжая, закапывай. Все, домой пойдем. Ну, этот год будет у нас так себе, петуший. А в 2018 году нас ждет год друга, год собаки. И все будет супер, поверьте мне. После того, как я погулял с собакой и посмотрел свое же видео, я понял, вернее, я забыл, что надо убирать какашки. И всем владельцам собак и кошек я просто настоятельно советую убирать. Земля наш дом, не надо мусорить, да? После утреннего кофе, после офигенного фильма «Легенда о Коловрате», я побегал, чуть-чуть позанимался спортом, а теперь еду за своей любимой тещей. Для чего? Отвезу-ка я ее в баню, в сауну, ну и сам маленечко погрею свои старые косточки. Ну и все. А дальше увидимся. Привет, теща! Привет. Париться поедем? Да. Ну, с Алисой мало погуляла. Я думала, что вы, как всегда, где-то полчаса, ну и вышло, правда. Какая? Три часа ночи, Алиса. Что за Алиса? Я не понял. Изменяем? Да. Что за Алиса? Что за постановки такие? Я не понял. Все, едем в баню. Я сегодня пиво пью. С тещей. Какое пиво, блин? Какое? Я вообще светлого не... Никакого пива. На даче уже не пила, черти сколько, девчонки не приезжали. Пиво, да, вред. И вообще уже сколько времени-то прошло. С ума сойти. Вот что чешет, а. Да. У меня теща. Есть еще, у меня теща-то пивная. Пивная теща. Лучшая теща в мире. Добрый вечер! Вот и прошел один прекрасный день. Пробежка, кино, баня, офигенная погода. Все супер. День просто конфетка. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну, там всякое, лайки, антилайки. И в конце хочу сказать то, что сегодня прочитал. Британские ученые выяснили. Думали, писец, очень долго думали.
Оказывается, в понедельник лежать в кровати и ничего не делать утром — это офигенно! Но мне это не грозит.